Максим, здравствуйте. Какую компанию вы представляете? Здравствуйте, меня зовут Максим Михайлов, я представляю компанию Neyrica. Мы отечественная компания, IT-разработчики. На российском рынке мы уже более 12 лет, позиционировали себя как телеком. Но вот последние 3 года мы перепрофилировались, имея там тот багаж знаний, который у нас имеется в рынке телеком и коммуникаций. Мы смогли сделать облачную коммуникационную платформу. Основная ее задача – это сделать каждую коммуникацию эффективной. То есть мы сейчас понимаем, да, что в современном мире вести бизнес нужны социальные сети, нужны мессенджеры, нужно обрабатывать голос, использовать все инструменты, там, колл-трекинга, автоматические там, звонки, чат-боты, виджеты. Все вот это мы даем под ключ. То есть вы некий агрегатор, вы собираете сразу все каналы связи, сводите это в один, в удобный, какой-то удобный интерфейс, да, для того, чтобы можно было это все смотреть и коммуницировать с поставщиками и заказчиками. Да, но как мы знаем, то что обычно у клиента уже есть интерфейс, с которым он работает, это его CRM-система. Поэтому для клиентов удобнее, чтобы мы делали интеграции и заводили к нему в CRM-систему это решение. Поэтому, если клиенту нужно, мы дадим нашу мини-CRM. Если ему не нужно, а скорее всего это будет не нужно, мы сделаем интеграцию с его системой. То есть здесь на выставке вы предлагаете в первую очередь вот такие услуги. Первый год вы на выставке или уже не первый? Да, вы знаете, мы на этой выставке первый раз, и могу сказать то, что наши ожидания, они были предвосхищены просто. Ну как вообще, много ли интереса проявляется к вашему стенду и к вашим услугам вот сегодня? Я считаю, что много. Действительно, это количество потенциальных клиентов, которые сейчас записываются к нам на там, бесплатные аудиты, на тестовую версию, это больше, чем мы ожидали. Ну, тогда будем только пожелаем удачи и развития вашему бизнесу. Спасибо. И один вопрос из области ритейла. Да. А как вы считаете, по вашему опыту и на ваш взгляд, какие основные проблемы, с которыми сейчас сталкиваются игроки электронной коммерции? Ну, смотрите, у электронной коммерции две цели. Да? Первая цель, чтобы к ним зашли на сайт. Второй, чтобы там купили. Да. Вот. И там, несомненно, возникают там какие-то вопросики. Что-то уточнить, что-то узнать, задать вопрос. И для этого существует огромное количество каналов коммуникации. И как раз эту задачу мы решаем. Мы делаем каждую коммуникацию эффективной, чтобы конечный клиент за каждую коммуникацию получил вот какой-то там выхлоп. Где-то денежку, где-то какую-то положительную связь. Ну и чтобы после удачной коммуникации этот клиент остался и вернулся с дополнительными продажами. Конечно, безусловно. Да. Поэтому мы все сохраняем, агрегируем, тегируем и делаем их эффективными. Желаю вам удачи, спасибо за интервью. Спасибо большое. Ecom Expo 2019. Retail.ru. Фирма 1С.